Да-да-да-да-я-да-да-я-я. Что за... Уберись! Что ты делаешь? Я тоже так могу делать. Так у меня дым не идет с ноздрей. Ту-ту-ду! Что-то будет падать сегодня, может быть. Было бы неплохо. Все? Вайлда давай. Вайлда сейчас было бы неплохо. Мало? Мало? Мало. Не-не-не, это мало. Не-не-не, это мало. Это мало. 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 Ту-ту-ду! Все? Кинтивочка. Ту-ту-ду! Один фриспин у тебя только есть, или что? Зажал фриспины. Больше одного не кидает. Ну, запускай что-то. Фриспины? Вайлды? Ну, лучше фриспины сейчас. О, фриспины сейчас интереснее. Аниме, нажителя нету. Умножаем ноль. Да что за... Я даже разбить яйцо не могу. Пам-па-пам! Сейчас бы выиграть. Что там? Ну... Че, ну что ты умножаешь? Да хоть x10. Шпиона... Ну что это за приколы, ну блин? Ну ты что, издеваешься? Сегодня дракон очень жадный. Это прям реалистичный дракон. Найс вайлды. Хотя, ну... Ну... Не, ну прикольно. Это сколько? Это сколько? Это 500? Сколько? Что?
Это 600 плюс! ВТФ! Здорово! Всем привет! Всем привет! Что это такое? 1000 икс выпало в гладиаторе? В каком гладиаторе, блядь? 1000 икс в гладиаторе, когда ты вышел. Что? Какой гладиатор? Ты уже новый уровень рофла. О, еще раз? Вайлды? Ебать, что? Вайлды, да еще раз. Нет! Нет! Они должны докрутиться, или пизда. Бля. Наебочка. Окей, пошли Минотавра. О, Минотавр на четвертый! С первого спина! С первого спина Минотавр на четвертый по 7.50, кстати. Жаль, не побольше ставка. В смысле Минотавр с первого спина? Вы такое видели когда-то? Минотавр на четвертой линии с первого спина. Ты закончил 9 класс, когда вышел. Что? Чё? Давай так. Я буду смеяться, но когда закончу смеяться... мало. Блядь, x2. Ну это 600. Неплохо катнули на Минотавре. Один спин, 600. Один спин, 600. Здорово. Всем привет. Ну, давай деньги, что так долго? В смысле, один спин 600, в смысле, блядь? Не, ну можно еще крутануть Минотавра, но я бы не хотел после такого. Потому что я по 5 крутить не хочу. Купим бонуску. За 350. Минус 350. Просто по 5 играть уныло. Так, я надеюсь хотя бы вернуть хотя бы 200. Хотя бы 200 вернуть с этих 350. X1000, дойдем, верю. Начало вроде неплохое. Ну что еще? Чек мой донат на слот полностью. Минус 900, плюс 900. Помню, плюс премиум. Подождите, это конец? Я проебал? Я сейчас ударюсь в хост. А не. Ну что еще? Привет, папаня. Хорошо иду тебе. И если не сложно, сыграй на мою большую ползу. В какую сторону я ползу? Влево или вправо? А почему я ползу себе в хвост? Ладно, хоть 200 вернул. Уже хорошо. Пам-п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 ам. Кто наш боец? Как ощущение после боя от Исаня Коста? Минус 650! Как сделать тише, бля? Настройки не работают во время фриспинов. Ладно, подождем. Этого мало. Попади в центр. Попади! Ну попади в долбоёба! ГГ. Что? Wait, what? Really? Сколько? Ебать. 534. 534, изи. Знали, что он такой пиздатый это сделал? И о нем лучше думали, например. Ну, такой пример. Вот. Или там кто-то решил накормить какой-то миллиардер решил накормить нищую страну. Каких-то детей африканских. Он это сделает, разумеется, так, чтобы все об этом знали. Все. Какой он пиздатый, как он там, ну, накормил детей. И он с этого получит больше профита, чем он потратил. Я тебе гарантирую, иначе он бы этого не делал. Короче, как ребенку объясняю? А нахуя? Челы, которые верят в альтруизм, это рафлам в голос.
Divine Showdown. А что мы ловим, кста? Я не удосужился прочитать информацию об автомате. Что здесь должно выпасть? Сила. Сила Афины? Атена это Афина. Оу, мало? Мало? Ну, нормально, ладно. 30x с дефолтного спина меня устроит. Я не понял, обезьяна это бог? Он на уровне с Афиной? Почему обезьяна на уровне с Афиной? Объясните мне. Так, 21.07. 21.06. Сейчас как раз сделаю 21.07 спин. До сих пор 21.06. Следим, чтобы было ровно 21.07. Ну тут, кстати, починка выпала 4х. Чел говорил, что выпадет бонус с умножением. 21.06 до сих пор. 21.06 до сих пор. А если не успею поставить, потому что промежуток будет... Ну, как бы, если будет уёбично. Ну и чё, 21.06, нет смысла ставить. А если сейчас выпадет бонуска, которая очень долго будет длиться, например, Crazy Time, и я не смогу, просто у меня не будет возможности физической поставить 21.07. Вот, 21.07, но я не могу поставить. Я не могу поставить. Нет возможности такой. Надеюсь, не выпадет бонуска, потому что если выпадет бонуска, то я не смогу поставить 21.07! Окей, не выпало. Я смогу поставить. 21.07. Го поставим по 20. 21.07, все, как чел говорил, донатер. Кстати, ведущий же, ведущий Вадимс. Мэби Вадимс и выкинет что-то. На самом деле. Yes, but if you believe in your own words about bonds are bad, try to use numbers that exist also. Come on, come on! Crazy time! Чё я так мало поставил? We have to make it awesome. Wait, what? Опять эта хуйня! Как это такое может быть, блять? Начало задать, урона 21.07 поставить на бонуски. Я бы и так ставил на бонуски, но просто суть в том, что он время задонатил точное. Странно. У меня такое уже было на стриме, как там мне чел какой-то задонатил поставить на определенное число рулетки. Я поставил в определенное время, и я выиграл. Так, ну я надеюсь, я выиграю что-то годное. Or yes, just use out topic option also. And the answer is going to be oh my, oh my. Между соткой и даблом. Вот сейчас обидно было. Окей, ну я выиграл сколько? 500? Ну неплохо, кстати. Maybe one more double, maybe triple, maybe hundreds, maybe two hundreds. Кто-то еще собирается что-то выиграть? And so Yelly gonna get here. No! 20x после дабла! Ару! Челик выиграл 20x после дабла. Неудачник! Не, на самом деле... Это чел, который донатил про бонуску. Вот. Зайди в 21.07 и говорит, поставь на бонуски, выпадет 100%. И да еще и с умножением. Умножения не было, умножения не было, умножения не было. Но, достойно. 25x. Надо побольше ставить. Опачки. Ну что еще?
Папьяки Блиндерс, это не рофл. Я читаю пустил сумки, и эти слоты новые. Пики Блиндерс я чекал уже, я на нем играл. Я знаю, что это не рофл. А кто пустой Трэжер, хорошо, я почекаю. Сила Афины. Нажитель X10? Мало? Что? Я думал, какая-то хуйня будет! Я вижу тут три символа. Думаю, ну окей, нажитель X10. Что, блять? Сори, папань, что забыл сказать, выбрать желтое, но легкие деньги для тебя. Хорошей игры. Ты сейчас 137, блядь. Поставки 7. Что происходит сегодня? Что это было? Я думал, какая-то хуета. Что происходит? Что творится в наших лесах?